Всем привет! Сегодня я вам расскажу, что обычно я ношу с собой на учебу в своей любимой сумке. Погнали! Итак, поприветствуем нашу героиню сегодняшнего видео. Моя новая сумка Dior Book Tote в сером оттенке. Это лонч, самый большой размер. Вот так лучше. Итак, первая вещь, которую достаю из своей сумки, это бутылочка для воды. Одна из самых необходимых вещей на учебе, потому что пить вам может захотеться в любой момент. Следующая вещь, которую я достану из своей сумочки, будет пенал. Тоже одна из самых необходимых вещей на учебе, так как тут обычно у меня лежат канцелярские принадлежности, разнообразные две ручки, карандаш, линейка и вот такие вот циклеры для заметок. Следующее, что я достану из своей сумочки, это тетрадки. Куда же без них? Я предпочитаю вот такие вот малышечки, либо же блок. Они очень удобные, тоненькие и тоже везде всегда помещаются. Так, следующий гость нашей программы в моей сумочке – это косметичка. Вот такая вот милота с голубым медвежонком, которую я купила в подружке. Там есть еще, если не ошибаюсь, фиолетовый, желтый и зеленый медвежонок. Вот. Мне захотелось голубого, он такой милый, мягкий. Прелесть. Следующий лот у нас с вами будет зарядное устройство Powerbank. Оно необходимо всегда, потому что обычно на учебе я до 4 или 6 часов вечера. Поэтому самый лучший друг это Powerbank. Следующее, что я достану из своей сумочки, это кошелек. Тоже необходимая вещь. Денежки храним. Следующее, что я достану из своей сумочки, это студенческий билет и проездные карты. Тоже, думаю, необходимые вещи, потому что проезд нужен всегда, мало ли вы захотите куда-то поехать, даже доехать до учебы. А без студенческого билета вас просто не пустят на территорию вашего учебного заведения. Следующий лот – наушники. Прекрасная вещь, которая очень всегда бывает нужна, очень к месту, потому что в любую свободную минутку можете послушать музыку и отдохнуть. Просто банда. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что зашли ко мне на канал. И моя сумочка тоже с вами прощается.